вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 16 лютого миколаївці, які проживають по вулиці Залізничній, перекрили дорогу, протестуючи проти хаотичного руху та паркування великовантажних машин, що прямують до Миколаївського морського порту. 17 січня, в понеділок, проблеми намагались вирішити заступники Миколаївського міського голови на нараді з представниками адміністрації морських портів України та стевідорних компаній. Отже, про те, чим шкодить Миколаєву і містянам безконтрольний рух вантажівок, як можна вирішити цю проблему, говоримо з нашим гостем. Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас. Добрий вечір. Телефон студії незмінний 76-92-33. Ну, в принципі, проблеми із потоками вантажівок, які рухаються вулицями Миколаєва до морських портів та терміналів, з'явилися не цими днями, не сьогодні, не вчора. Але чи знайдено яке-небудь рішення цієї проблеми, чи є хоча б стратегічні якісь плани з вирішення? І, в принципі, що тут найгірше? Загазованість вулиць, зіпсовані дороги, відсутність подекуди місць для паркування. Що головне? Ну, я думаю, це проблема многосторонняя, это не только испорченные дороги, которые мы видим в городе. Это, например, вот поруч с нами на экране, это улица Индустриальная. Да, но в основном мы видим вот такое состояние дорог, это у нас Новозаводская, Турбинная, это Индустриальная, это те дороги, которые были определены решениями исполкома городского совета, как основные дороги, где должен проходить у нас крупногабаритный транспорт. Ну, состояние дорог мы видим прекрасно. В первую очередь влияет на состояние дорог, естественно, это перегруз. Потому что ни для кого не секрет, что тоннажность транспорта, который передвигается по данным дорогам, достигает 60-70 тонн, там, иногда и больше. Хотя мы знаем, что для города ограничение по весу для грузового транспорта 24 тонны. Поэтому такое состояние дорог. Второе, конечно, это экология. Сегодня обсуждали в городском совете проблемы экологии. И очень печально у нас есть известие, что Николаев уже на первом месте находится по Украине по выбросам формальдегида в атмосферу. Это вызывает, прежде всего, массу онкологических заболеваний. И это не промышленные выкиды? Это не промышленные выкиды. Это в основном продукт сгорания дизеля, солярки, так называемый в народе. Мы видим, что в основном крупнотоннажный транспорт – это дизельные автомобили, причем многие из них далеко не первой свежести, еще советские у нас ездят автомобили по дорогам в виде КАМАЗов, МАЗов. Естественно, выбросы зашкаливают и превышают все допустимые нормы. К сожалению, имеем на сегодня это. Ну и третья немаловажная составляющая – это то, что тот транспорт, который движется по улицам города, также паркуется хаотично, да, хаотично. Он приносит массу неудобств нашим горожанам. К сожалению, часть жилого сектора у нас находится в промышленной зоне, где паркуется данный транспорт. Естественно, водители иногда справляют нужду, мусорят под окнами у наших горожан, создают неудобства шумом. Ну и само собой, это, как я уже сказал, выбросы в атмосферу тех веществ, которые негативно влияют на здоровье наших горожан. Ну, ось і приводом для сьогоднішньої розмови, і приводом для нарад у мерії стало те, що люди перекрили дорогу по своїй вулиці. Але проблема ж не одного, не двох, не п'яти років. Да, проблема, к сожалению, не одного, як ви сказали правильно, не двох літ там. Проблема, як ми говоримо, з бородою, да? Пыталась мэрия решать данную проблему путем принятия различных актов законодательных на местном уровне. Как я уже сказал, есть решение исполкома, которое определяет пути движения транспорта по городу. Данным решением было ограничение по времени передвижения по городу данного транспорта. То есть мы ограничивали движение в час пик, и ограничения есть температурные. При температуре свыше 28 градусов также ограничивается движение данного транспорта по улицам города Николаева. Также решение мы рекомендовали устроить места отстоя данного транспорта за пределами города. В решении определены эти места отстоя. Рекомендовали наладить диспетчеризацию данного процесса. То есть предприятия морехозяйственного комплекса должны были принять ответственное решение обустроить места парковки того транспорта, который перевозит грузы на эти стивидорные компании морским операторам, и обеспечить диспетчеризацию. К сожалению, у нас бизнес социально сегодня не ответственны, к сожалению, большому. Неоднократные совещания ни к чему у нас не приводят.
К тому же, к сожалению, на эти совещания приходят те люди, которые не принимают решения на предприятиях. Это назначенные руководители, учредители предприятий находятся, многие даже не в Украине. Поэтому, к сожалению, мы не можем пока найти общий язык. Ну, до Ствідорію ми ще повернемось, буде в мене запитання. От ви перелічили кілька спроб міської влади розв'язати питання, в тому числі щодо обмежень, так, вагових. Ми вже з вами говорили в цій студії на цю тему, і все в нас спиралося на те, що немає можливості контролювати належним чином, чи виконуються ці обмеження. Ну, я думаю, что каждый должен выполнять те обязанности, которые там, и воспользоваться теми правами, которые законодательно ему предоставлены. То есть я не хочу сказать, что мы сделали полностью все, что могли. Да, но то, что в силах власти, это ограничить движение, установить знаки, принять решение, мы это сделали. Теперь, по сути дела, за теми силовыми структурами и контролирующим органом, которые должны контролировать выполнение данного решения. Это и патрульная полиция наша, которая должна проверять и контролировать выполнение правил дорожного движения, раз, и выполнение знаков дорожного движения, которые расставлены в городе. Второе, это у нас немаловажное такое направление, отдается горнотранспортбезопасности, которая должна контролировать вес, с которым передвигается транспортное средство по дорогам не только города, также и страны в целом. Поэтому, если в целом отработали бы все эти органы и выполнили те задачи, которые на них возложены, я думаю, что-то бы мы и решили, конечно. Коментар від представника поліції у нас буде, а щодо Укртрансбезпеки, коли ми з ними, з представниками Укртрансбезпеки говоримо, вони так само кажуть, що у них десь півтора десятка людей в штаті, вони фізично не можуть зовсім контролювати, тобто тут таке замкнене коло, на жаль, все ще виходить. 17 лютого, як я вже сказав, вчора на нараді в мерії розглядали цю проблему, намагались її вирішити. Ви брали участь, зокрема, в цій нараді. Про можливості розв'язання проблеми говорив Михайло Мельниченко, виконуючий обов'язки начальника Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Дякуємо, до речі, за відео з сайту «Ніквесті» і маємо пряму мову. Администрация морских портов представляла неоднократно свою площадку для диалога города, района и стивидоров. В части проезда и по Третьей Солдатской, и по Нефтяникам. И администрация морских портов здесь является как пожарная команда. Здесь открыли, там их закрыли. Весь вопрос в том, что переезд на Третьей Солдатской в аварийном состоянии. Ездить машины там не могут, они изменили свой маршрут и начинают двигаться по заводской. Последнее наше совещание совместное было в феврале месяце, где-то в середине. На протокол было занесено участие и предложение заводской администрации. Они готовят смету. Эта смета распространяется, мы раздали ее, там, разослали на портовые операторы. И где-то они должны были войти в диалог по ремонту этого переезда. В противном случае, если нет диалога, с 1 числа мы перекроем Третью Слободскую. На Третьей Слободской, когда машины идут, они там складываются, переворачиваются, и все, кто живет на Заводской, они как раз этот процесс видят. Мы понимали, если мы закроем Третью Слободскую, та же проблема станет и на Нефтяниках со стороны нефтебазы. Перед переездом там тоже все в аварийном состоянии. За две недели до 1 числа, когда мы обозначили, когда мы будем закрывать Третью Слободскую, диалога никакого не состоялось, это на нашу информацию. Мы дали еще 10 дней, и 10 с нуля третью проходную закрыли. Хочу отнести, чтобы всем было понятно, что полномочия и функционал администрации морских портов, а диспетчеризация наземная транспортной инфраструктуры не входит в обязанности. Все, что происходит в периметре порта, вода, подходные каналы, это наше, пожалуйста, здесь выполняется вовремя. Хотя мы очень заинтересованы в том, чтобы портовые операторы работали, создавали внутри порта все условия для того, чтобы перевалка была. Это дает какую-то отдачу и для города. Вопрос в том, как портовые операторы могут на сегодняшний день договориться, войти в диалог с вами, заводской администрацией и с городом, в части Третьей Слободской. Це
це були слова представника з одного боку морського бізнесу, але не приватного підприємства, так, державного підприємства. Чи звучало щось, ви вже сказали про те, що від стивідорів або невповноважені люди, які нічого не вирішують, вони нічого не пропонували? Ну, вони нам тільки обіцяють, що вони донесуть позицію міста руководителям, донесуть учредителям. Ну, к сожалению, як я сказав, нічого не міняється. А що саме їм пропонувалось? Ну, мы этот диалог ведем давно, начиная, по-моему, как только мы это решение прописывали, мы вели диалог по поводу ремонта улицы Новозаводской турбины. По сути, эта дорога находится в промышленной зоне, которой пользуется в основном крупнотоннажный транспорт, когда заходят в город и везут в порты грузы. Мы предлагали на участиях софинансирования отремонтировать данную дорогу. Мы изготовили проект, проектную документацию по данной дороге, определили тоннажность, которую завозит каждая стивидорная компания. Готовы были там в пропорциях, смотря сколько ты грузов завез, там какой-то участок дороги дать им для ремонта. Сумму, суммарно, значит. Суммарная сумма тогда была порядка там 70. И вы имеете на вас для каждого вызначите сумму, да, каждого, и пропорционально, чтобы пропорционально тому, что сколько он возит. Там, если один возит, там, допустим, там, 100 тонн, там, тебе там участок, там, допустим, 100 метров сделать. Ты возишь там 1000 тонн, то есть ты должен сделать километр, ну, в такой пропорции. К сожалению, никто навстречу не пошел. Сказали, это дорога городская, это обязанность городских властей содержать дороги в надлежащем состоянии. И никто почему-то не задумывался о том, что эти дороги уничтожают тот транспорт, который по ним ездит, именно к операторам, к морским операторам. Ну, будь-яка домовленість зі стивідорами, це може бути тільки домовленість, так? Зобов'язати ж їх дійсно ні до чого неможливо. К сожалению, обязать їх ми не можемо. Ми можемо обязать їх все-таки виконувати ті требования, які существують на сьогоднішній день. Це ті ж правила дорожнього движения, це теж ограничення по весу. И, как я уже сказал, здесь уже должны включиться контролирующие структуры, Укртрансбезопасность, там, патрульная полиция, и запретить им просто тогда въезд в город в связи с тем, что они разрушают дороги из-за того, что транспорт перегружен. Если это транспорт стивидора, зрозуміло. А если это, ну, скажем так, какое-то приватное предприятие в району области везе своим транспортом до терминала зерно? У стивидоров, как таковых, транспорта своего нет. Майже да. В основном, да, перевозят частники, компании-перевозчики, которых нанимают для перевозки грузов. Они везут груз для стивидоров, стивидоры перерабатывают, на этом зарабатывают деньги. В основном-то основную сумму дохода получают именно вот эти стивидорные компании. Поэтому мы и обращались к ним, чтобы они участвовали в софинансировании ремонта дорог. Как я уже сказал, я имею в виду, как они могут контролировать тех, кто везет зерно, например, в порт? Ну, я хочу сказать, вот здесь вообще интересная ситуация. Я уже не раз поднимал этот вопрос. По сути, мы смотрим, мы крутимся вокруг одного министерства. Министерства инфраструктуры, в составе которого находится как администрация морских портов, так и дорожные службы, которые ремонтируют дороги и следят за тем, чтобы они были целыми и проезжаемыми. И также находится это контролирующий орган в виде Укртрансбезопасности. В одном министерстве все находятся и не могут решить вопрос, чтобы по дорогам ездили машины не перегруженные, и чтобы дороги были в нормальном состоянии. И администрация морских портов, которая также предоставляет площадки для этих стивидоров частных, которые переваливают грузы. То есть, я думаю, желание министерства, одного желания министерства было бы достаточно, чтобы навести порядок в этом плане. Ну, кто-то пришивает гудзики, кто-то рукав пришивает, да, и еще где-то. А в итоге не так, получается то, что получилось. То есть, я думаю, что министру необходимо... Министр инфраструктуры обратить внимание, что все находится в его компетенции, и он в состоянии, по-моему, навести порядок в этом плане. Даже путем того, что можно, мы все понимаем, что транспорт заходит в порты через проходные портов. Это администрации морских портов территория. Они заходят через их проходные. Державно. Не надо ставить эти терминалы, которые, вернее, весогабаритные комплексы где-то на трассах. Поставьте их на проходных портов. И перестанут возить с перегрузом. Поставьте там весы, поставьте там контролирующий орган и штрафуйте всех, кто возит с перегрузом. Сразу прекратится завоз грузов в порты с перегрузом. Начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла, який теж брав участь у нараді вчора, озвучив нам свої пропозиції телефоном. Можемо послухати. Основні пропозиції патрульної поліції – це дуже чіткі, але ми будемо на цьому настаювати, і вони жорсткі.
Перше – це відсутність порушення правил дорожнього руху, а саме по даній вулиці водії великовантажних транспортних засобів не повинні порушувати правила дорожнього руху. Друге – водії великовантажних транспортних засобів не повинні пересуватися з великим вантажем, а це понад 40 тонн. Третє – морпорт повинен виставити своїх диспетчерів на в'їзді в місто Миколаїв і проводити диспетчеризацію і порційно по 5 машин, по 3 машини запускати в зв'язку з якою буде спроможність даного порта проводити розгрузку на своїй території. По-іншому не буде. Тому я виставив там екіпажі патрульної поліції, які будуть постійно працювати особисто під моїм особистим контролем це буде. І ми будемо працювати до тих пір, і знаходитись на тому місці, поки будуть явні порушення правил дорожнього руху. Ви, про яку згадав Михайло Мельниченко і Віталій Даніла, але Михайло Мельниченко, ВО начальника Миколаївської філії адміністрації морських портів, сказав, що це не їх функції. Тобто коло замкнулося. Є пропозиція, але виконувати її... Ви знаєте, я задав вопрос, яким образом оператори тієї ж стівідорної компанії попадають взагалі на територію порту? Да? Державне підприємство, Міністерство інфраструктури руководить даним направлением. То есть путем заключения договоров, да, предоставления каких-то там площадок, стенок причальных, там, какого-то оборудования на территории порта этим операторам. Я спросил, неужели нельзя в договоре аренды предусмотреть, что у данного оператора, который будет работать в порту, должно быть место для отстоя транспортных средств, желательно за городом, и должен быть диспетчер. Это же все можно сделать. На что мне ответили, к сожалению, договор он однотипный, и этим договором не предусмотрен. Я думаю, все можно предусмотреть, все в силах Министерства инфраструктуры, изменить условия договора и обязать операторов, которые работают в порту, иметь действительно места отстоя для крупногабаритного транспорта, желательно за территорией города, и обеспечить диспетчерам эти места отстоя. Вчора, ну, можливо, тимчасовим и частковым, але рішенням стало те, що на вулиці Залізничній, жителі якої вийшли протестувати в неділю, вчора там встановили ваговий комплекс. І, як писали миколаївські сайти, одразу поменшало бажаючих їхати цим шляхом до порту. Це дійсно може бути встановлення таких вагових рішень? Ну, о чому я сказав в початку? Об'їхати передачі складно, якщо вже безпосередньо біля порту. Ти везеш груз в порт, і ти повинен проїхати через прохідну, тільки через веси. Тому це найнормальний і дійсний спосіб контролю – поставте весовий комплекс на в'їзд в порт і перестануть возити з перегрузом. Тобто ми вже, перше, що отримуємо, дороги не розрушаються від перевесу, це раз. І второе, що ми отримуємо, це дійсно буде вибраси менше. Тому що ми маємо, чим більше нагружена машина, тим більше вибросів цих формальдегідів в атмосферу. Тому хоча б ми два питання вирішуємо. Ну і третє, я так думаю, що в будь-якому випадку, в зв'язку з тим, що там уміншиться поток, там, і не буде цього відстою посеред вулиць. Ну і я благодарен, хочу висказати слова благодарності Віталію Данілі. Дійсно, там, він підставив плечо, дуже оперативно відпрацювали, вже немає цієї ситуації на железнодорожній вулиці, там, відпрацювали екіпажі. Он пообещал, что, я как уже в начале передачи сказал, что мы, городская власть, проставила знаки по всему движению большегрузного транспорта, остановка, стоянка запрещена. То есть везде, где стоит большегрузный транспорт, это уже нарушение правил дорожного движения. Он пообещал, что он будет каждый день штрафовать водителей этих машин, если они будут нарушать дорожные знаки. Я думаю, что мы придем к тому, что они не будут парковаться под окнами наших горожан. Щодо вагового комплексу на Залізничній вулиці, повертаючись знову ж таки до браку кадрів і Укртрансбезпеки, в тому числі, можливо, дійсно варто поставити 2-3 комплекси в місті, а не розпорошувати їх по районах області, як це зазвичай робиться? Ми готові йти на совместну роботу, ми пропонували, будь ласка, якщо є необхідність, будем искать площадки, где необходимо установить эти комплексы, мы их сделаем, потому что есть требования технического характера к оборудованию этих площадок, где будут установлены комплексы.
Ми готові к діалогу, ми готові поставити плечу. Ви зараз говорите про додаткові. Було би желання, ви говорите про додаткові. Я маю на увазі, що досі я особисто і на зйомках, і просто проїжджаючи районами області, бачив, що на виїзді з Миколаєва в районі поблизу Южноукраїнська ставили вагові комплекси, інколи стаціонарні, інколи це були пересувні. Так, можливо, дійсно, все ж таки найбільше користі буде, якщо їх ставити ближче до точки відвантаження. Я согласен з цим. Навіть не створюючи нові. Пожалуйста, пусть Укртрансбезопасність ставить вісові комплекси. Все, що необхідно від нас, ми зробимо. Необхідно їм провести електроенергію, ми пройдемо електроенергію. Необхідно поставити біотуалети, якісь мусорні баки, ми все це зробимо. Ми обезпечимо роботу працівників Укртрансбезопасності, якщо це необхідно для них. Ви згадали про те, що сьогодні на нараді, в міській раді, обговорювали екологічний стан міста, так, якість повітря і води. Що це за нарада і які можуть бути наслідки? Чи там лише аналіз звучав, чи якісь рішення приймалися? Рішення не приймалося. Це громадська рада, общественна організація, яка беспокоїться о стані дійсно окружаючої середи в місті. І підняли цей питання по загрізненості атмосфери нашої. По результатам этого совещания там были поставлены определенные задачи. Я думаю, что мы их выполним, справимся с этими задачами. А конкретнейшие можете сказать? Ну, во-первых, как я сказал, это то решение исполкома, которое принималось по ограничению въезда в город, оно должно неукоснительно соблюдаться. Еще раз, поставили на контроль выполнение данного решения. Создание необходимого подразделения в мэрии, которое будет контролировать, делать заборы воздуха, контролировать его будет, доводить до населения города. Создание специального центра с привлечением специалистов, с институтов наших, там, где есть кафедра экологии, которые будут помогать этому подразделению в проведении данной работы. Ну, это практично решение, так? То есть, певні завдання поставлені. Якісь терміни встановлені? Общественная организация не может принять решение, она может рекомендовать городскому голове. Городской глава согласился. Хтось із керівництва вже ж брав участь? Конечно, так. Городской глава брав участь в этом совещании. Тобто це вже його доручення? Да, і дав соответствующее поручение. Я хочу сказать, что у нас на базе управления экологией будет создаваться специальное подразделение, которое будет контролировать выбросы в атмосферу, будет контролировать состояние наших рек и принимать соответствующие решения и меры, тому, чтобы действительно наша экология не страдала от недобросовісних, так скажем, перевозчиків. Дякую. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. Дякую.